Смотрите, ребята, снова поднимается вопрос о снабжении, когда говорят, что у нас все есть, все хорошо, а на самом деле мы, например, получаем вот такую тушенку, которой, ну, просто сплошной жир. Посмотрите на эту этикетку, на вот это вот все. Не знаю, на каком этапе она становится вот такой вот, паленой, самопальной. Наверное, в тюрьме или в плену кормят лучше. Спасибо, ребята, пожалуйста, конечно, но я не знаю, как тут воевать. Попробуй вторую еще открыть. Ты думаешь, это будет лучше? Тут все понятно, в принципе.